16 век. Вы кочуете по городам и селам, перебиваясь мелкими кражами и взломом заброшенных домов. Вот уже третий день вы в пути, и наконец-то видите перед собой маленькую деревушку, в которой наверняка есть чем поживиться. Осторожно озираясь, вы прокрадываетесь к дому на окраине. Кажется, в нем уже давно никто не живет. Дергаете за ручку двери и внезапно слышите чей-то голос позади. Чудом избежав разоблачения, вы всю ночь изучали книги. Yeah,
Прошла неделя с появления в деревне нового доктора. Вы продолжали изучать записи своего предшественника и практиковаться в лечении самых разных хворей. О, игроки, тура стартеги.
Йоды! Гонго! Ах ты! Посыпаю, шофер. О, селектор ты. Лукилкантене. Помятуя о недавнем визите деревенского пьяницы, вы искали подходящий рецепт лечения его недуга. Поиски увенчались успехом. О, селектор ты! Лукилкантене. 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 Посыпаю, шофер. Посыпаю, шофер. Thank you.
Послышали, Oye, ale, ¿es que te tiene ure? Крестьяне вычислили и пленили вас. Вы были сожжены на костре, как самозванец и еретик.